Всем привет! Вы на канале интернет-магазина GrandStart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для женщин. Это костюм Снегурочки купеческий. У нас в интернет-магазине много вариантов снегурочек, как синих, так и серебристых, белых, из различной ткани. Сегодня мы рассмотрим один из вариантов. Это костюм купеческой Снегурочки бархатный. Итак, вот выглядит в запечатанном виде костюм. В индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Упаковка с ручкой уже идет, очень удобно таскать данный товар. Вот так вот выглядит сама Снегурочка купеческая на картиночке. И давайте посмотрим, как она будет выглядеть в реальности. Не на картинке, а в реальности. Товары у нас визитка интернет-магазина GrandStart. И смотрим Снегурочку. Значит, в комплект у нас входит шапочка Снегурочки, вот такая вот из искусственного бархата. И мех искусственный у нас по краям идет, белоснежный такой. И вот такой ярко-синего цвета шапочка. Шапочка и шубка. Шубка здесь вот такая вот тоже ярко-синего цвета. Шубка коротенькая. Костюм идет в одном размерчике. Такая коротенькая шубка, она здесь идет на липучках. Такие вот липучки, то есть вы можете застегивать, смотрите, вот сюда вот застегивается вот так вот наполовинку липучка от шубки, и дальше у нас вот такие вот блестки идут, пришитая застежечка уже вместе с такими блестящими беленькими пуговичками. На подкладочке такая вот подкладка, смотрите, здесь она такая двойная, фатин и такой тоненький атлас синего цвета. Здесь у нас аппликация идет серебристого цвета, аппликация блестит. К данному костюму также очень хорошо подходит, есть купеческий Дед Мороз, он будет абсолютно с такой же аппликацией, что очень хорошо смотрится вместе, ну, если Снегурочка Дед Мороз выступает вместе, как бы. Рукавчики идут у нас на липучке тоже, то есть вы можете регулировать. Липучка длинная, большая, что очень удобно. На рукавах у нас также идет аппликация. Бархат искусственный, но он такой довольно мягкий и плотный. Здесь у нас воротник-стойка. Вот так вот это выглядит. Ну, можно его и так носить, и вот стоечкой. Уже как вам удобнее. Сзади у нас шубка выглядит вот так. По низу идет также меховая вставочка и блестящая тесьма у нас идет, также аппликация серебряная. Вот весь полностью костюм, сюда не входят перчаточки, здесь просто шапочка и шубка коротенькая. Вот такой вариант костюм купеческой Снегурочки. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru. Ставим лайки, подписываемся на канал.